Ну, я специально его не взяла, думала. Думала, он мне не пригодится, чтобы ничего лишнего в руках во время боления не было. Так. К нам присоединяются люди, и мы хотим показать им мир нашими глазами. Это улица Рубинштейна, город Санкт-Петербург. И мы купили грим, потому что мы идем болеть. Кто сегодня будет болеть, пишите. И какие ставочки у вас? Как думаете, наши выиграют? Я пока буду экскурсию проводить по Петербургу. О, вот, да. Это как называется? Я забыла. Хорошо. Смотрите, короче, вот такая... Это как называется? Не парадная, как это называется, Саш? Подворотня? Что? Парадная, не парадная, я не пойму. Ну вот это вот, как вот это все называется? Двор. Двор, да, вот такой вот двор. Насквозь идет, и там набережная. Короче, у нас микроэкскурсия по Петербургу. Знаете, что в Петербурге все привычные вещи называются иначе? Вот, например, привычный нам колхозу подъезд называется парадная. А, например, что там? Вот, бордюр, казалось бы, да? Называется поребрик. Вот так. Ой, мы прошли наше любимое заведение. Вот, счастье. Вот здесь вот классно завтракать. Вот. Так что, кто в Питер приезжает, рекомендую. А как же футбол? Так вот, мы идем болеть. Вот мужчины к нам присоединились, и наконец-то про футбол мы заговорили. Мы идем болеть. Покажи, Саша, еще раз свой реквизит. У нас есть грим. У меня есть свисток. Сейчас я покажу. Не в этом. Вот, в смысле, вот свисток. Вот. Вот такой есть свисток, и мы идем болеть. Чего думаете? Россия выиграет, вот люди пишут, смотри. Кто-то пишет пенис просто, как бы. Кстати, пенис или пенис, ты как вот говоришь? В Волгограде тоже поребрик в Волгограде. Ничего себе. А ко мне вчера друг из Волгограда приезжал на выступление. Было приятно. Как холодно все одеты. В смысле, как будто холодно на улице или... Нет, ну тут вообще в Питере все так по-разному одето. Я вам хочу сказать, что есть вот люди с открытыми... Сейчас покажу с открытыми. И тут же в пух... Вот, например, смотрите. Сейчас. Оп. Видели, да? С открытыми руками и тут же в пуховиках. Привет, Тирасполя. А что, холодно в Питере? Ну, блин, вот смотрите, есть люди в футболках, а есть люди в пуховиках. Поэтому мне тяжело ответить на вопрос, холодно ли здесь. Так как я планирую возвращаться пешком, я приодела курточку. Вообще нормально тепло. Для Питера прям вообще огонек, да? Еще и солнечно сегодня. Да. Вот, это Питер, здесь всегда так. Вот. Привет из Сочи, наверное, у вас тепло. Сейчас я вам еще немного Питера покажу. Короче, мы двигаемся по улице Рубинштейна в сторону Невского. И вот здесь всегда такая движуха. А вот этот фургон все время здесь стоит, потому что здесь театр. И это, как их, декорация, наверное. Да, реквизит. Итальянки в шубах и сланцах могут ходить. Я помню, мне в Америке очень взорвало мозг. Девочки ходили, ну, то есть очень жаркое лето было, и девочки ходили в угах. То есть шорты и уги, прям нормально было. Привет из Махачкалы, привет. Калмыкия, привет. Везде была, и в Калмыкии, и в Махачкале. Привет из Москвы, и в Москву скоро приедем обратно. Вот кто-то меня обожает, а мы сегодня обожаем футбол. Вот, привет из Пензы, привет. Короче, смотрите, сейчас мы выйдем на Невский, вот это последние 200 метров, где людей не так много. А потом там просто кишмя кишит, да? О, смотрите, какие прикольные вот заведения есть в Петербурге. Трудовые будни. А, нет, трудовые будни, все-таки там правильно акцент расставлен. В Сочи приедешь? Приеду. Привет из Казахстана. На ходу, видишь, дыхание как сбивает. Привет из Казахстана. В Татарстане была миллион раз, конечно. Мне кажется, Татарстан я весь объехал, не только Казань. Вот, смотрите, люди такие. Вот уже начинается. Начинается боление футбольное. Вот, из Белгорода. Привет. Вот в Белгороде я, кстати, не была. Солнце, приветик. Ты очень...
красивый человек. С кем-то общаешься? Да, общаюсь. Эмик звонил. Он, кстати, тут недалеко от Питера. В Гатчине. Секс когда у тебя был? Вот интересуется Ирися. 7. Это важно? Это важно в теме футбола? Так. Как тебя сегодня найти? Хочу обнять. Я буду где-то между барами болеть за наших. Хорошая ты девочка. Люблю тебя. Спасибо. Привет из Кыргызстана. Привет. В Кыргызстане я не была. Машу вам ручкой. А ну-ну-ну. Подожди. А как думаешь, может такое быть, что эфир возобновится просто сейчас и все? Кажется, он возобновился. Возобновился, но нет картинки, да? Блин, интересно так. Так интересно. Кто такой Рубинштейн? Узнала? Нет, мне нужен... Короче, это юмор такой был. Блин. Ну что там, идет, не идет? Да. Прикольно, короче, мой эфир вот с задержкой идет, а у меня пустой темный экран. Сейчас попробую. Короче, дело в том, что позвонил Сэмик. Сейчас, возможно, я показываю свое лицо, я не знаю, у меня черный экран. Позвонил Сэмик, и у нас из-за этого прервалась с вами связь. Сейчас я завершу эфир, сохраню еще раз. И еще раз запущу, потому что мы на Невском, это вообще красота невероятная. Особенно для любителей Петербурга. Вон, машина болельщика, смотри. Смотрите, машина с флажками. Смотри, тебе берут. Спасибо. У-ху, у меня есть флажок. Болеем за наших. Видели, мне дядя флажок подарил? Вот. В Питере вот так все. Короче, болеем за наших сегодня всеми силами. А я с флажком. Все, мы в самом месиве, сейчас я покажу. Вот. О! Все готовы, весь Питер готов болеть. Как же найти меня сегодня? А, короче, Сэмик тоже сегодня в Питере. Сейчас мы с ним созванивались. Обещал приехать, и мы с ним тоже планируем где-то после матча пересечься. Короче, вот такая вот история. Если у нас все-таки это удастся, несмотря на толпы... Давай реку покажем. Пойдем ближе к набережной, там красиво. Это какая, фонтанка? Это фонтанка, друзья мои. Это фонтанка. Вон яхточка стоит, вот почти... Ну ладно, катер. Так, всем помахать рукой в ответ, всем. Вот смотрите, как вон машина с флагами тоже. Все болеют сегодня. Ух! Мы закупили свисток. Поехали в сауну. Пишет Ириська, которая спрашивала, про был ли у меня сегодня секс. То есть планирует все-таки, чтобы он у меня сегодня был. Хочет позаботиться. А вот это мост. Не надо говорить 16, да? Это Анечкин мост, Анечкин. Аничков. Я что, не знаю, что ли? Аничков. Аничков? Почему не Аничков? Все же Аничков называют. Хорошо, Аничков. Все, идем дальше. Идем дальше, показываем Питер. Сейчас зачем-то молодая девушка сказала «Хорватия!» Так, привет из Пензы, привет. Солнце, держу за тебя кулачки. В смысле, за нашу сборную? Это Женька, мой одногруппник, пишет. Я шутила. А, про сауну девчонка шутила. Ладно, хорошо. Радует. Короче, смотрите, сколько людей на Невском. Почему думаешь, это девчонка? Потому что Ириська. Может быть, это Иракли уменьшит на Москве. Иракли? На фан-зону идете? Я не знаю, мы, кстати, на фан-зону идем, нет? Мы вообще идем в бар болеть. Мы там забронировали столики, уже последний, вообще последний момент. А потом, возможно, пойдем на фан-зону. Я сама здесь живу тоже. Уфа. Вон, смотри, с флагами. Все. Интересно, а есть? А?
А, уже пришли к заведению. Интересно, а есть вот сегодня такие смелые люди? У меня сегодня такой вопрос был. Про секс говорил. Вот. Есть такие смелые люди, которые в хорватском флаге выйдут сегодня в Питер, прямо на Невский. Просто интересно. О, сейчас я вам что покажу. Какой бар? Ну, какой-нибудь. Извини за сауну. Хорошо, извиняю. Сейчас вам покажу болельщиков самых классных. Вон, видите, все подготовились. Так, Саша Красотка пишет, слышишь? Новотроицк. Фан-зону вход не пустят. А, да? Все, ребят, мы идем, короче, кушать и болеть. На голодный желудок не болеется. Вот. И напоследок вам, знаете что? Но не сохранился сегодня. Почему меня все торгуют? Куда ты? Нам вниз. Пойдем. На вот. А как расстраиваются в ваших городах? Видишь? Че? ОМОНовцы бегут. Кто? ОМОНовцы. ОМОНовцы побежали? Кого? Драку. Драку пропустили? А почему мы по низу пошли, а не по верху? Драка была вверху. Да молодцы наши, все равно, вот пишет нам. Кто нам пишет? Знакефа пишет нам. Ну, конечно, молодцы. Но мы плакали. Всем своим дружным женским колхозом мы плакали в баре. Вот. Хотела поделиться с вами атмосферой питерского расстройства. Привет, привет, привет. Всем, кто досмотрел. Когда грустно, надо быть вместе просто. Вот и все. Россия! Россия! Охуенно, братан! Вот, например, вот так вот, да. Я просто любитель. Подожди, о, смотри тут. Очень много людей. Пьяных детей? Много пьяных детей. Тебя приглашают в стрип-клуб сразу. Короче, просто надо всегда переживать вместе, понимаете? Когда сложно и грустно, то надо держаться вместе, короче. И вдруг, я подумала просто, вдруг вы сидите дома, и вам не с кем разделить вот эту боль, поражение. И поэтому вот посмотрите, как Питер переживает. Круассия супер, кто-то написал вот так вот. Видите, какие унылые лица? Все готовились сегодня. Вот. А кто-то бухает, кто-то пошел по нашему привычному. Я вот голос, кстати, сорвала. После проигрыша Португалии и не смотрела футбол. В смысле? А за Россию как болеть? Не надо, что ли? Вот. Он все равно вот наши с флагами ездят. Мне сегодня, кто смотрел прошлый прямой эфир, мне мужчина из машины подарил флажок. Вот этот. Вот этот флажок. И я вот, да. Иду и машу, потому что Россия, да? Чемпион. В любом случае, молодцы. Вот этот вот третий футболист, который бил пенальти, не знаю, как его зовут. Мне кажется, в нашей стране его теперь зовут плохим словом, конечно. Понятно, волнение. Но, ну да, в общем, наверное, волнение. Наши ребята лучше. Я с вами согласна полностью. Что они молодцы, и я уверена, что большинство людей не верило, что они даже до четвертьфинала дойдут. У нас 4:20, и зря не спала. А, и зря... не зря, в смысле? Тогда бы вы не увидели эту игру. Мы вот в баре всем баром болели. И представляете, когда началась вот эта вот серия пенальти, у нас вырубился Wi-Fi в баре.
И все побежали в другой зал смотреть. Не, ну как, в смысле лучше бы спала? Тогда бы ты не узнала, только завтра бы узнала, что мы проиграли. Это было бы обидно. Смотрите, сколько людей на улице. Это Питер, это Невский проспект. Это было невероятно волнующе, да. Но правда, девочки, я знаю, что у меня большинство девочки смотрят. Кто плакал, признавайтесь. Скажите честно. Кто плакал? Просто поставьте плачущий смайлик. Не, я не в Сочи, я в Питере. Мы сейчас двигаемся в сторону фан-зоны просто. Хочу ощутить вот этот вот болельщический атмосфер. Но лица у всех очень грустные, правда. Даже вот милиционер загрустил. Видели, да? Я, вон смотри, сколько все девочки плакали. Я плачу. Ребята молодцы, они сделали, что могли. Да, даже больше наверняка. Ну, и волосы себе на голове, видимо, драла. Такая лохматая в эфир вышла. Мы хотели Сэмика же найти, он же тоже где-то смотрит. Не у всех такая выдержка, как у Акинфеева. Конечно, не у всех. Да, кстати, Акинфеев не плакал, я вообще в шоке была. Ты видела? Акинфеев вообще не плакал. Просто человек рыбаков. Да. А тут танцует драм-н-бейс на улице. Тут же, то есть. Это Питер, детка, вот и все. Мы все плакали. Но нет, не все. Просрали наши молодцы. Ну, да, есть такое. Огорчение. Все в футбольной тематике. Все вот дети идут вот такие, все во флагах. Вон мальчик грустит. Вообще все приуныли, видите, да? Вообще очень, очень жалко. Он устал. Да. И мы все устали. Акинфеев устал тоже наверняка. Его сегодня не выручали. Вот. Конечно, плакали. Ребята плакали. Вот, а еще мы договорились с Эмиком сейчас встретиться, поэтому я с вами прощаюсь. Просто было важно поделиться. Мне кажется, это было событие всей страны. И вот оно закончилось, наше такое боление всей страной. Но это было круто, все равно. Вот, буду звонить Сэмику. Вы там держитесь. Thank you.